Два поезда столкнулись в Челябинской области из-за пьяного машиниста, с рельсов сошли 12 порожних вагонов. Сообщается, что все случилось на участке Бердяуш-Челябинск Южно-Уральской железной дороги. Машинист тепловоза на запрещенный сигнал светофора выехал с 7-го железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш, произошло столкновение с грузовым поездом. Причины происшествия и последствия устанавливаются, прокомментировали в Уральской транспортной прокуратуре. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станции Златоуст и Аша. Есть пострадавшие и погибшие, угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия устанавливаются. Движение поездов на станции Бердяуш приостановлено, говорится в комментарии. В Ростовской области мать оставила на попечение сожителя маленькую дочь, над которой изувер издевался на камеру, женщина отделалась пока лишь административкой, хотя за такое ее следует лишить родительских прав. Неадекват снял на видео издевательство над трехлетней дочерью своей сожительницы. На кадрах выродок взял девочку за шиворот и с силой уронил ее на пол, отчего малышка ударилась и заплакала. Наблюдая за этим, мужчина только сильнее разодорился и начал со злорадством смаковать свой поступок, справедливо называя себя при этом мразью. Мразью оказался 29-летний Илья Кулинич, а матерью ребенка 25-летняя Анастасия, которая оставила на попечении мужчины малолетнюю дочь и отправилась на день рождения. Это не понравилось Илье, и он решил, что издевательство над девочкой заставит женщину поскорее вернуться домой. «Видишь, как мать тебя не забрала? Вот, видишь, ты упала. Я над тобой издеваюсь, я мразь», – комментирует мучитель свое издевательство над ребенком. Когда мать девочки получила от сожителя видео, она переслала видео соседке. Та прекрасно знает родного папу малышки и отправила ему ролик. Отец тут же помчался за ребенком. Его близкие распространили кадры по местным пабликам. «Мы все очень переживаем за девочку. Она такая маленькая, щупленькая, выглядит на 1,5 года. Ребенок запуган и замкнут. Ее отец намерен сделать все возможное, чтобы лишить мать родительских прав. Он уверен, что дочери в той семье грозит опасность», – рассказала бабушка девочки со стороны отца. Такое отношение не смутило Анастасию, и через несколько дней они с Ильей расписались. Чуть позже в репортаже на телевидении мразь заявил, что якобы не собирался причинить вред ребенку. Мать девочки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.